given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians who choose to be an accountant because it's safe in the business, not because they want to. Так, 8 марта 2021 год, видим нарушение на пешеходном переходе, автомобиль стоит. О, ля, с тонировкой, да? Нива с тонировкой. В общем, бардак тут. Так, ну вот он знак инвалида. А, что, уже уезжаю, да? 15 метров. Ну вот у нас экипаж ДПС. Здрасте, товарищ инспектор. Там возле вас нарушителей много. Можете посодействовать? Без тонировки. Здрасте. Палка упала. Да вот нарушение на парковке для инвалидов. Он Нива с тонировкой подъехала. Нужно отреагировать. Вот он знак инвалида. Там с тонировкой нету никого. А вот там таксист стоит на пешеходном переходе. Вот он акцент. Но он перед пешеходным, менее 5 метров там. Менее 5 метров от пешеходного перехода. А? 1,5 метра есть. Менее 5 метров, правильно? Есть тут 5 метров, разве? Где полтора, он вообще не шарит. Полтора метра. Я говорю, менее 5 метров стоит, а он говорит, 1,5 метра здесь есть. Ну, правильно. Тут таксистов в основном не привлекают. Одеваться. Ну да. Вон сейчас Ниву надо растонировать еще. Товарищ инспектор, а у него есть этот, ну, на шашечку эти, как она называется? Лицензия. Лицензия. Не, он сейчас будет оформляться. Это нелегальное такси. А у него лицензия есть, товарищ инспектор? Попался. Так, инспектор пошел оформлять, наверное. Опять? Сколько тут примерно? Ну не будет, да, 5 метров? Метр 2. Инспектор говорит, 1,5 метра есть. Правильно. Так, инспектор пошел по базе пробивать. А что вас побудило нарушить ПДД и стать на пешеходном переходе? А где пешеход? А вот пешеходный переход. А тебе какая разница, я где стою? А у вас лицензия есть, то что тебе вы... Тебе какая разница, есть я ты понял. Кто такой? Покажи меня, тебе а вы кто лицензия? Такой? Вы кто а? Такой? Вы кто а такой? Ты кто такой? Я гражданин.
Так, и этого, да, остановили или что? АК-47. А тут у нас постановка параллельно должна стоять, вот видишь? Второй ряд, здесь вон там спереди. Ну да, второй ряд. Непонятно, зачем они тут стоят. Главное, чтоб на Ниве не уехал. Так, сейчас водитель будет оформляться. Так, вот он тоже подъехал на парковке для инвалидов. Водитель! 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 Водитель, откройте дверь, откройте окно. Здрасте, вы стоите по знакам инвалида, уберите автомобиль. А? А, есть, да? Ага, понял, понял, да. Так, вот он тоже уезжает, да? Так, дорогу не в положенном месте переходят сотрудники ДПС. А, ну тут, в принципе, знаков никаких нету. Так. Массовое нарушение. Пешеходы переходят дорогу не в положенном месте. Аксай, Ленина. Проспект Ленина. 26, по-моему, если я не ошибаюсь. ЦГБ Аксайская. На инвалидных местах видим парковка. Тут тоже нарушение, в общем, полный беспорядок. Автомобиля, тут постановка, знак стоит параллельно, вон второй ряд видим. В общем, полный бардак, крыш, будем наводить порядок. Так, на девушку выписали штраф. А за что вам выписали? Вы сказали, что баб не штрафовали. А за что вам выписали? Вы сучий потрох. В смысле? И у себя в блоге свою ключу снимите. Угу, хорошо. Вот такой вот нарушитель. Сейчас посмотрим, на чем передвигается. Вот второй ряд. Видим. В общем, полный бардак. Машину вторым рядом уберите. Вторым рядом уберите машину. Так, на пешеходном переходе паркуются. Товарищ инспектор, а можете вызвать эвакуатор? Тут много нарушений. Вон, смотрите, Ниву, чтоб не упустить, затонированный стоит. Нива? Да. 128? Да. Конечно. Вы же мне маякнете, поможете? Да. Я ему пройду, документы выберу. Был бы эвакуатор вызвали, у нас нет эвакуатора. А вот второй ряд стоит автомобиль. Я ему говорю, чтобы убрал, а он не хочет. Вторым рядом. А вот он стоит. А вот он, автомобиль стоит. Товарищ инспектор. Но мы потом вызываем простого. С радостью? Нет, нет. Уже не час. Гляньте, товарищ инспектор, он вторым рядом, вот он стоит, самый первый автомобиль. Он не хочет убирать. Выпишите на него штраф. Так, инспектор пошел, сейчас выпишет, наверное, вторым рядом.
автомобиль стоит. Сейчас посмотрим. Там тоже перед сотрудников ДПС. А, нет, поехал. Вот людям приходится уезжать на встречку из-за вот этих вот хамов. Хамов. Иди сюда. Глянь, смотри, вот автобусу пришлось на встречку выехать из-за вот этих вот хамов. Но все равно как второй ряд считает. Ну да. И вот, глянь, эти автомобили приходится на встречку выезжать. Автобусы едут. Так, девушка поняла, да? Не? Поняла. Водитель не понял. Водитель, здравствуйте, тут парковка для инвалидов. Уберите автомобиль во избежание штрафа. То инспектора выписывают штрафы. Водитель, там дальше место есть. Так, ну водитель понял. Вон, смотри, на пешеходном переходе все равно, да, инспектора стоят. Вот он еще один припарковал. Странно, что их не боятся. Ведь инспектор должен напрягать. А вот они, инспектора стоят. Да елки-шпалки опять стоят, подъезжают. Так, в общем, друзья, вот такой вот бардак, вот второй ряд перед сотрудников ДПС. Так, на таксиста выписывается штраф. Сейчас, значит, пойдем узнаем у инспектора, будет изымать ли шашечку или нет. Сейчас узнаем, будут шашку изымать. По-моему, депас на город, да? Да, по-моему. Так, вот он, таксист. Товарищ инспектор, а у таксиста шашечку будет изымать? Потому что у него нет лицензии. Сейчас набирал это, товарищ инспектор, а шашечку будете изымать? Потому что у него лицензии нету. А? С тобой есть лицензия, но не знаю. Алло? Так, сейчас лицензию проверим. Если не имеется лицензия, там происходит процедура изъятия.
Нету, да, лицензии? Это же инспектор, нету лицензии? Непонятно. Ничего не сказал. Второй ряд. Ну, это инвалид припаркован. Имеется соответствующая наклейка. Здравствуйте, с праздником вас. С праздником. Так, идет к инспектору нарушитель. Сейчас, наверное, будет процедура изъятия шашечки. Ну, будем ждать. Прям при полицейской с тонировкой. И дорогу перебежал не в положенном месте. Глянь, прямо при сотрудниках ДПС с тонировкой подъехал. Сколько примерно процентов будет? Может, я не знаю, может 80. А, ну если вообще, ну процентов, наверное, 20. Ну будет? Ну то есть он не наглый. Ну тут надо замерять, конечно. Может и все 4, и все 10, не знаю. Как. Борется вообще? Ну, когда как. В принципе, ЛТЭТ не нарушает на черное. Это инвалид. Стоит. Товарищ инспектор, а вот он с тонировкой подъехал. Вот он, рядом с вами. Он ушел. За цветами пошел. Тебя ругалась, там что с ней случилось? А, не знаю, там оформили ее. За что? Ты ей позвонил? Нет. А у вас в приборах есть тоник? Конечно, есть. Сейчас как раз замерю. Борется у вас, да, с тонировщиком? Так, вот он, идет водитель. Товарищ инспектор, вот он, водитель подошел. Так. Знакомые. Без эвакуаторов, конечно, беда здесь. Порядка не будет без эвакуаторов. Но я оставил обращение в главное управление. Я думаю, что они обеспечат хотя бы. Такой 1-2 дежурных на всякий случай. Этот прибор есть, тоник. На классе, они одни на город, конечно, есть. Не, ну что, они молодцы тут у вас. Реагируют. Из каких-либо, да, вот, чё. Ну да. В Ростове просто мимо проезжают. Давай, угадай, сколько процентов будет. Ну ты сколько думаешь примерно? Я думаю 10. Я думаю больше. Больше? Так, инспектор тоник несет. А, ну он с другой стороны замеряет, по-хитрому. Да спросишь просто, все, скажешь. А как? Он в любом случае будет по кругу мериться. Он должен, ну,
Если он получается лобовое, то что они? А сколько должно? 70. Не менее 70. Здесь обычно, видишь, зад обычно катают под 90. То потом и ДТП случается. А перед, видишь, я почему больше выпускаю. Протирает. Здесь водитель, видишь, тоже так ведет себя. То есть сам помогает выявлять. Я думаю, на этой стороне не покажут. А? Нарушение снимаю. Нарушение. Я понимаю. Товарищ инспектор, а сколько процентов? Меня зачем снимать? Нарушителя снимаю. Я понимаю. А сколько процентов? А? Ну, есть нарушение? Конечно. А на вот этой стороне вы не снимаете, да? На вот этой стороне. Человек отказывается снимать, требования, то есть, будем выяснить. Хорошо. Так, а снимаешь все-таки, собственно? Не, подожди, сейчас подожди. Она снимает тоже. Я ругаться там, я не драться, ничего не буду, мужик. Я просто действительно хочу выяснить, зачем мне не снимать. Ну вы подъехали прямо рядом с сотрудниками ДПС и с тонировкой еще. Я нарушил, я не скрываю. Ну, у меня просьба, можете больше меня не снимать? Ну отойдите, не подходите. Не надо меня снимать. Ну отойдите, я все снимаю, кто ко мне подходит. Я прошу, не надо меня снимать. Я понял. И все, я не хочу ругаться там, ничего с вами там, не драться. Я понял. Ну не надо меня. Ну снимать. Вот идите сюда, к патрульному автомобилю. Не? Я понял. Все, не снимай, я понял. Я не понял, а что по встречке это? Скорая помощь поехала. Сбегал. Вроде место есть, а вот он этот, эвакуатор. Ну это частник, он. Ну да. Так, что, изымать не буду? Товарищ инспектор, а шашечку изымать будете? Конечно буду, меня снимать не надо в патрульном автомобиле. Почему? Административный материал, когда пишу, меня снимать не надо. Материал, когда пишу. Это на что вы ссылаетесь? Ну, сошлите, что мне запрещает снимать? Составлять материалы. Я понял. Ну, вы будете, да, изымать? Это рекомендация. Ага, ну, я понял. Это сейчас будет изымать. А ну, сейчас оно едет или нет? Сейчас проверим. А, снял шашечку, да? Снял шашечку. Сам снял самовольно. А, вот несет. Что? Что? Надеюсь, больше нарушать не будете. Надеюсь, нарушать больше не будете. Так, второй ряд. Сам понес. Так, шашечку понес. Так, сейчас Иван идет. Знает, сколько точек замеряли. Требования выдают сейчас на тренировку. Постановление хочешь отменить, пожалуйста? Хочешь отменить, пожалуйста, постановление? Нет?
Я сниму, поеду, я возьму документ в сервис, что я снял, что провели работу, поснять. Зачем? Поеду в ГИБДД, покажу, что я снял, покажу машину, покажу требования и заклеишь обратно. Тебе не нравится номерок? Почему? Я говорю, и заклеишь обратно. Не, можно не снимать, зачем платить? Сейчас фото берут 1500 без стекла, сок ставят. Сейчас без понятия. У меня просто у товарища свой сервис, да? Там все по-братски не делается. Так, да. В общем, одну, да, замерили точку. Отменил постановление. Нет, было бы у него желание, он бы отменил. Мы привлекли, но тогда по порядку. Нет, я говорю, было бы у него желание, было бы у него желание. Он бы привлечь, но просто привлечь по закону. Нет, вы в одной точке замерзли. В трех точках. А, в трех, да. Я протирал возле стекла, вот, возле зеркала. Это все проблема. А второе боковое. Вы же напишите два боковых. Переднее, переднее одно напишете постановление. И второе тоже. Оно тоже такое же. Я даже больше скажу, я даже могу от замера смело отказываться и говорить, что да, я тренировал. Смотрите, не, я просто говорю, было бы желание, он бы отменил. Просто было бы желание сначала его привлечь, а теперь констатируйте, как отменил. Ну да. Привлечение же по закону должно быть, согласны? А я не по закону считаю. А по чем? Вы напишите два боковых, а замерили одно. Напишите два. Только есть, только это. Так какой адрес ты говоришь? 28, Ленин, 28. Просто привлечь это, ну, полдела. Еще нужно законы соблюдать. Они же могут отменить, и вам придет служебная проверка за отмененное. Вам тоже это не надо. Если же привлекаете... Мне, мне не надо. Ну, там привлекайте по порядку, чтобы не было потом лазеек. Вы желаете, чтобы хорошо тоже было? Алло. Я вам не советую и не, ничего не желаю. Алло. Вы это простое лицо, действуйте самостоятельно. Я замер сделал, произвел. Вопросов нет. Я алло. Просто вам говорю, что при желании он бы отменил постановление. Не хочу. Он не хочет, он привык, видимо, он снимает, платит деньги, снова ставит, снимает. Еще ну, ваше... ну, кому как хочется. Да, еще ваши требования законно выполняют. Ну, так хочется человек. Чисто от души, чтобы были добрее. Я не ем сладко. Да. Спасибо. Спасибо. Подаришь. Женщине подаришь. Значит, маме твоей. Тебе есть? Маме твоей. Мама возьми. Далеко живет. Нет. Ну, возьми. Нет, ну, пожалуйста. Мы не берем. Вы никому подарить конфеты, что ли? Ну, есть тому. Ну, я так подари. Я просто как бы, я наоборот. Я хочу добро сделать вам. Сегодня а вас... вы что-то, что-то все в контре берете. Зачем? Я же просто я хочу не ем сладко, я тебе сказал. Ну подаришь, ну люблю. Я с удовольствием, но я не ем сладко. Здравствуйте, девушка, а можно эвакуатора вызывать? Проспект Ленина, 28, массовое нарушение. Спрашивайте, а вы знаете, девушка, кому подарить? Ну я прошу, нужно эвакуатора. Да, да, сотрудники ДПС тут стоят. Вот другое дело. Вы сотрудники? Не, не. Нет. Вы просто частное да, лицо, вам да. Нужно эвакуировать свой автомобиль? Не мой автомобиль, а автомобили стоят с нарушением. Но инспектора говорят, что якобы эвакуаторов нету. А, нет эвакуаторов? Да, вызвать эвакуатор. Скажите, пожалуйста, вы кем являетесь? Вы просто гражданин, проходящий мимо, да? Да, гражданин, проходящий мимо, увидел нарушение, и сотрудники ДПС стоят рядом. Да. Нужна помощь. Да, эвакуаторы, потому что инспектора они не могут вызвать. Оплачивать эвакуатор, кто будет? А? Кто оплачивать будет? Оплачивать эвакуаторы будут те, кто нарушил. Понятно. А? Ленина, 28. 28. Хорошо, мы в ГИБДД сообщим. Спасибо. О нарушении правил парковки. Ага, спасибо.
Так, позвонили в студию нации, ждем эвакуатора. Алло. Что? Назовите вашу фамилию, имя, отчество, как заявите. Воротников Андрей Валерьевич. Тут тут смотрите, экипаж ДПС стоит, Анна 0293. Да. Еще раз, Воротников. Андрей Валерьевич. Андрей Валерьевич. Да. Мы вашу заявку передали. Спасибо, ждем. До свидания. Так, еще один экипаж подъехал. Может, по этим, по инвалидным местам они? Да нет, мимо проехали. Мимо? Не, стоят. Вот этот джип эвакуировать. Чем эвакуировать? Новый чем? Нечитаемый номер, да? По факту, я тебе говорю, если бы был эвакуатор такой четкий, без вопросов забирали бы всем, даже не задумывались. А так что ты приприковался, тебя как бы... Я сюда отправили, вы отсюда ходите, когда он поехал, он говорит, я на знакомый отсюда поехал. О, администрация. Ару. Да, это не администрация. А? Это уже не администрация. Думаешь, не администрация? Нет. Ну, она тоже есть, но это в основном уже обычных частей тоже есть. Так, а вот этот получается 15 метров, да? Тоже? Да. Нету никого? Нет. А? Да вот, увидели инспекторов, думаем, наведем порядок. Наведем. Хорошо было бы, если бы эвакуатор бы вызвать бы. Есть эвакуатор? Пока. А вы можете вызвать? Сейчас, чтобы показать, что эвакуатор есть. В рюкзаке тоже никого нет? В рюкзаке тоже никого нет. Да? Если цветочки? Ну, да. Вот. А вот, глянь, при сотрудниках ДПС прямо на остановке остановился, да? Почему они не боятся? А, таксист. О, это таксист. Сами так приучили, да? Мы смотрим, ну, жрёт такой. Не стесняйся. Штрафы писачи 5000 за инвалида. Посмотрите, там пробегоны. 15 метров, но вот они как раз два попадают сюда. Три, эти две машины попадают. Да, сюда. Да, да. Ну там елочки просто бросил, и там три марки . А вот он вообще второй ряд. Да, факт показывает. А? Факт показывает. Пацаны так показали. Не, ну водители не любят, когда их привлекают, как типа считается. Типа они по-пацански, что ли. А вы стоите на парковке для инвалидов? А? Вот сейчас инспектор подойдет. Гражданин. Сейчас инспектор подойдет. Нарушение. Товарищ инспектор. А? Люди не боятся, по проезжей части ходят. У него еще тонировка. Дома документов. 5 документов нет. Сейчас в автобазе проверим. Вы присядьте, в автобазе проверим. А я живу рядом. Можно без документов ездить.
Сейчас автобус на встречку, да, будет выезжать. Разве по телефону можно это водительское удостоверение показывать? Ездить без водительского удостоверения, показывать при этом фотографию. Ну, здесь да, чисто личность, знаете, чтобы на атаку движуху. Вот еще с тренировкой. А здесь, я тебе говорю, все кайфуют. С одной стороны рейд, так смотришь, рейд. Знаешь, сколько вторым рядом. Гоняет, гоняет. Какой? А. Инспектор, вот он еще. Дай телефон посмотри. А? Можно я тебя сфотографирую? Сейчас оформят, засунешь. Я тебя можно сфотографировать? Нельзя. Нельзя. А представься, кто ты? А вы кто? Представься, пожалуйста. А вы представьте. Зачем снимаешь? А? А? Нарушение снимаю, да. Лицо не прячь. На парковке для инвалидов. Лицо не прячь, страна должна знать. На парковке для инвалидов. Пятнадцать метров. Нечитаемый номер еще. Еще нечитаемый номер. Дневное время, передний смотрю. Еще подъехал. Ну, тут полно, что ты мне рассказываешь? Вон еще, видишь, там фуфарды у вас были. А у вас это... Ну да. Все есть. Так, ну сейчас сотрудники ДПС будут оформлять двоих нарушителей. А, требования, да? Так, инспектор сейчас будет требования вручать. А этот куда прется? А? Да, нормально. Так, воробья какая-то, да? МЧС, что ли, да? А? МЧС. Скоро? Скоро? Похоже, да.
ну здесь, видишь, здесь пешеходы приходят где хотят, машины гоняют где хотят, а мне жестко, инвалиды. Все, два экипажа, покеры все. Сейчас. А? Сейчас. Так, ну вот все четко. Тут тоже оформляется. По 12-19, часть 2. Парковка на инвалидных местах. Второй ряд. Так, елочкой паркуется. Появляется нарушение. Там знак остановки имеется. Параллельно проезжей части. Но нарушители нарушают. Тут непонятно, зачем инспектора ДПС на остановке припаркованы, но с маячками. Так, вот на таксиста выписали штраф. Все, больше не нарушайте. Так. А, вон на пешеходном переходе до сих пор. Шашечки сняли, изъяли. Так, ну вот инспектора сообщили, что выписали штраф. А что ты такое показываешь, фак, а? Нечитаемые номера у него. Поехал. Любитель парковаться под знаком инвалида. Ну, может, будущий инвалид. Так, инспектора уехали, уезжают. А вы такси ждете? Да. Это ж нелегальное такси, вы знаете. Ну, так, а что я спал? Куда я? На голову? Легальное. Это ж бомбило. Так, сейчас. Инспекторов попросим проверить законность. Знаешь, что я хочу? Чтобы его проверили, законно или нет.
шашечки. А вдруг вас куда-нибудь увезут и все? Это ж неофициальное такси. Так. Товарищ инспектор, подойдите сюда. А? А вот гляньте, вот таксист стоит. Нужно проверить, у него лицензии нету. Лицензии нет. Так, нарушитель. А он ушел. А вы ему предписание, да, вынесли? Я понял. Так, сейчас он поедет, инспектор сказал, остановит. Сейчас инспектор сказал, он поедет, остановит. Ты ее предупреждал, если что, правильно? Ну да. Так, а что, инспектор уезжает? Его второрядник. Так, ну сейчас он шашечкой поедет. Что, он поехал? Поехал. Инспектор обещал остановить и уехали. Ну, видать, бомбил, они редко останавливают. Как думаешь, остановят или нет? Нет, уехал. А где он вас знает? Где он находится? А вон он поехал. Ну да, он далеко уже. Так, ну вот инспектора поехали. Ну, в принципе, расчистили парковку для инвалидов. Те уже автомобили не нарушают. Мужчина! Так, ну это уже 12.33. 12.33, КУАП. Посторонние предметы на проезжей части. Так, ну вот, уже паркуются. В общем, как-то так вот, вокса, вот беспорядок. Увидели инспекторов, немного навели порядок и уехали.